Красота, холодно, да? Вода холодная, да, походу? А караси где? Жабы есть, карасей нема. Жабы есть, карасей нету, отлично. Паша, не бойся, мы в тебя верим, давай, правильно? Задраивай шлюзы! Хорошо! Молодец, газу давай! Паша, ты лучший! Паша, ты лучший! Вот так стой, подскажи, не надо издеваться. Паша, стой! Тебе надо... Стой, назад не есть! Паша, стой! На нейтралку поставь. На нейтралку поставь! О! А вас вообще там не тянет! Вот, масло бери! Отойди! Паша! А тебе сзади есть за что зацепить? Цепляйте ее за жопу, там вытягивайте как того. За жопу легче будет, да, по-моему. Нет. Кто ж тоже за жопу вытягли с этой ямы? Они ее и вперед вытягли. А ну, блядь, вперед, ну да, давай. Вытекает салон, опять. Миша, держи! Миша, держи сильнее! Колеса?
Ще аж прийдеться пару жигулів розібрати. Максим, я об'ясню тобі, що треба розібрати. Юваний хлопець на зараз немає, ну все за тобою ще перейде. Вони вони до собирано, так? 5 год машину собирати, там все нормально. Макс, ну так про... Наша Макса мотор з капіталки, не переживай, це буде отак. Якої капіталки? Що таке капіталка? Об'ясніть, що воно там. Лево! 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 Повністю лево. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Красавчик. Куда? Куда? На тормозах держи. Назад! Просто короткий, блядь, там двое. Паша, расскажи, как тебе это удалось? Клево. Клево. В общем, мы куда-то ехали, и мы наконец приехали. Отлично. Ты сейчас... Паша, скажи честно, ты счастлив? Однозначно. Это не Kia Sportage. Однозначно. Kia Sportage с моими бамперами отдыхает, а Нива, как всегда, рулит. Однозначно. Анюха, да. Вот, она показывает сюда. Сюда выходит. Ребенок. Сюда выходит. Ребенок, не плачь, все будет хорошо. Ну ты же джипер, ё-моё. У нас все клево, все обалденно. Паша, с какого города ты? Я Магдалиновка. О, да ты местный, ё-моё. Мы же знаем, куда лезем. Я понял, вот это да, хорошо. Как так. Всегда, местные рулят. А какого хода у тебя машина? А, у нас Нивка, она у нас древняя. Древняя, да? Да. Ты ее продаешь? Уже нет. А за сколько бы ты ее продал? Вот так вот, ну честно. Вот прям сейчас, вот с этого места. Вот прям с этого места? Да. Да вот... не за сколько. Ни у кого нету при себе таких денег. Да ладно, а да? Вдруг у меня есть? Нет. Ева! Ни у кого нету. А сколько денег? 400 тысяч гривен. А вот насчет денег мы не будем разговаривать, потому что нету ни у кого таких денег. 400 тысяч гривен. Раз. 400 тысяч гривен, 2, продано, 400 тысяч 3. Я понял, базар нема, папик, короче, отвечает за тебя, малый. Что зовут? Зовой, Паш, толкача. Стой, хорош. О. А вот мы почти приехали. А кто даст нам аккумулятор? Новый. Ну, не так, чтоб зон. Погнайте! Масло есть? Вода есть в моторе? Я не знаю, как вода, масло да. Удивительно. Ребятки, нам надо просто аккумулятор. Кто даст? Подкурить. Я дам, Сузуки, пиниля. Да ну блин, вона пиди... Тебе нормально ведь снимается? Ну сейчас снимай. Пластунок, пиниль. Покажи салон. Салон кожа? Кожа салон? Была... Ух ты. До этого момента была кожа. Кожа. Так, Нива. Какой год выпуск? Какой-то, 91. 91 года выпуска. Полный привод. Сколько тут мотор? 1.6, да? Нет, 1.7. 1.7. 1.8. Не битая, не крашеная. Теща есть? У машины нету. Нет, у тебя есть у теща? У меня найдем. Теща по выходным на базар ездила за молоком, да? Не знаю кому. Кстати, у тебя такое лицо затемненное, как раз вот слышно, что ты говоришь, но не видно кто. А вот смотри, а вот весь я во всем экране. Да, отлично. Итак, начинаем аукцион. Стартовая цена $1000. $1000 кто-то дает? Нет. Что нет? Кто сказал нет? Не знаю, нет. Так, $1000. Кто больше? Кто больше? $1000. Раз. $1000. Два. $1000. Три. Продано, Нива. Ура! 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 Ага, хрена.
Коля, разгончик! Молодец! Там нормальный был вариант, просто надо было дорого дать. А тут вариант зайти. Коля, что ты насоветовал? Молодец! Халяк. Поехали! Паша, ты молодец. Не-не. Мы тебе памятник поставим. Не надо. При жизни, Паша. Паша, при жизни поставим. В Магдалиновке, в центре. Место памятника Ленина. А это точно.
Опять критические дни обсуждаете? Нет. Мы обсуждаем. Нет? Обсуждаем ваши плавания. Ваши а, наше плавание. Наши блин. Покатушки. Юля. Ты виноват. Что мы обсуждаем? А что я виноват? Вот в этом. То, что застряло, а ты чё? Виноват. Я виноват? Конечно. Ты не понимаешь. Ты толкал, я режиссер по совместительству ты, с кинооператором. Ты, поэтому это был, но, это был сценарий такой. Камера. Камера вот она. Вот это, да. Ну умер уже аккумулятор. Снимаем на мыльницу голимую. Ну, я уже заказал себе 3 аккумулятора новых. А сколько стоит, кстати, аккумулятор? 800 гривен. А на Canon? Не знаю. На мою камеру 800 гривен стоит. Поэтому у меня будет 3 новых аккумулятора, зарядное устройство, автомобильное.